Честно, я как бы не знаю, сколько стоит стиральная машинка, но я думаю, больше 1000, 100%. Но я думаю, если вызвать мастера, это будет дешевле. Он посмотрит, что там да как, и сделает что-нибудь. Не знаю. Я почему-то подумала, что это из двери затекает, потому что дверь была так, ну, как бы, и там стекала просто дверь, из двери вода. Потому что у меня только одно полотенце было. Нужно же было, наверное, как-то загрузить его, да? Не знаю, не знаю. Денис такой замолчал. Я шучу про подарки. Ты что? Я шучу. Просто спросила, когда ты приедешь. Денис такой зашел, услышал слово подарки, надо выходить, пока. Мы знакомы. Мы знакомы. Ну, короче, вот, как-то так. Такие вот дела у меня сегодня. Так я уже отправил. Кого ты отправил? Куда? Нет, я не курю. Я не курю и вам не советую. А ты куришь, да? Я уже в Польше. У меня было тоже такое, фильтр снял, почистил, все. Так, какие подарки? Я тебе вообще, я тебе не про такие подарки говорю вообще. Ты даже, ну, я не про это. Не курю. И я не курю. Хорошо, что сейчас редко очень, когда мужчины не курят. В основном мужчины, их женщины доводят, они поэтому и курят. Так же? От нервы все. Нет таких мужчин, ну, хотя, может быть, есть. Ну, есть, конечно, но очень мало, которые не курят. Я думаю, как-то так. Я не курю. Ну, молодец, если ты не куришь, то ты молодец. Значит, у тебя, наверное, нету женщины. Если бы у тебя была женщина, ты 100% бы курил. Потому что доводят только так. Так невозможно, понимаешь? Женщина, вот женщина. У нее смысл жить, смысл вот какой, да, когда она в отношениях. Выводить из себя. Просто доводить до нервов и так далее. То есть выводить. Потом такой разряд эмоций, ты довела, такая, сидишь довольная, такая, энергией подпиталась, и типа, ну, все хорошо. Ну, как бы так. Потому что даже я как бы, да, сидит такой мужчина, он такой сидит, ничего не делает, такой расслабленный, ты такая, ага, увидела это, что он такой расслабленный, подходишь и начинаешь выносить мозг, он начинает тебя не слушаться, начинает психовать, вот и все, понимаешь? Ну, невозможно, я не знаю. Невозможно не выносить мозг. Это женщины, они же такие все. Есть такие женщины, которые не выносят мозг? Нету. Таких женщин нету, поэтому... А если есть, то значит она вас не любит. Женщина, которая не выносит мозг, значит она вас не любит. Как-то так. И выйди за порог, меня все трясет. Такси уже ждет. Милый адьё. Сердцем моим солнце в твоём мороз. И пятый крепкий снова тебя унес. Ну что вы замолчали? Как-то замолкли все. Тишина в студии. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Ну, дела хорошо. Потихонечку, помаленечку. Более-менее. А ваши как? Стоит он цветок. Еще цветет. Прикинь, как долго цветет цветок. Цветет. Вообще круто все. Женя, он такой, знаешь, он такой мощный, еще такой, чего не на все вопросы отвечаешь, а я не вижу ваших вопросов. Привет, красавица, ты откуда? Привет. Он такой настолько... Привет, красавица, ты откуда? Привет, я из Беларуси, из Минска. Он такой мощный, он пустил еще одну эту штучку, короче, я его поливаю, я его пересадила в красивый этот вазончик большой, я за ним ухаживаю. И Мишка у меня вон сидит. Тоже потихонечку. Ну вот, видите, как хорошо. Потихонечку, помаленечку, работа, дом. Так же. Какие вы вопросы мне писали? Я просто не вижу, что вы там пишете. Может быть, они просто мне не дошли. Мне вчера... Вообще... Вечером я сидела, и мне хотели ее заблокать.
написали, что моя трансляция должна быть 18 плюс ограничения. А у меня, в принципе, там ничего такого не было. Ну, не знаю. И пятый крепкий снова тебя унес. Я из Гомельской области. Молодец. Молодец. И пятый крепкий сноб тебя унес. В иллюзию, где ты со мной рядом вновь. Это... У Кобри не была. Нет, в Брестской области я не была. Я была в Бресте, но в Кобрине я не была. У меня там одногруппница живет в Кобрине. Я скоро приеду. Да куда ты едешь? Ты куда, вообще куда едешь? Я так и не поняла. Ты домой едешь, да? И куда? В Минск или куда-то? Я тут. Ты тоже молодец. Спасибочки. И я молодец. И я молодец. И пятый крепкий снова тебя унес. Люди... Так ты же сейчас типа едешь или когда-то еще через месяц? Ну, конечно, не очень, вы уже преувеличиваете, но... Но спасибо. И пятый крепкий снов тебя унес. В иллюзию, где ты со мной рядом вновь. Это не любовь. Понятненько. Все понятненько, Дениска, с тобой. То пропал что-то, не знаю, где ты. Где ты, милый мой, потеряла силы, а ты приди первою зарей, о. Как хочу рядом быть с тобой, о. Но, понимаешь? Все серьезно. Ты думаешь, шутки шучу? Ты думаешь, я шутки шучу? Ну так вот. Никаких шуток. Абсолютно. Никаких. Такая милая малая. Если сейчас могла я. Ну что? Там крепко бы прижала грудь. Наверное, смешная. Бог тебя защищает. Ну как же ты сияешь, смотри. Я говорю, как и есть. Ты, если ты симпатичная, я говорю сразу.